президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Дорогие друзья, трудно придумать более подходящее по духу и смыслу мероприятие для года мира и созидания, чем наша сегодняшняя совместная церемония. По доброй традиции, в эти первые весенние дни мы чествуем самых успешных женщин страны и самых мужественных воинов. Но почему в нашем обществе особым уважением пользуются женщины, которые выбрали для себя нелегкую стезю материнства? Потому что это высшее предназначение и смысл жизни, утверждение незыблемых человеческих ценностей. Всего сущего на этой земле – это основа. Ведь именно на бескорыстной материнской любви, больших женских сердцах, их неиссякаемой энергии, все и держится на нашей планете. Дорогие женщины, присутствующие здесь и те, кто нас сегодня услышит, сердечно приветствую в вашем лице всех матерей нашей страны. Низкий поклон вам за ваш материнский подвиг. Наряду с мужчинами вы успешно развиваете науку и технологии, укрепляете промышленный потенциал, обеспечиваете продовольственную и финансовую безопасность страны, строите дома, создаете произведения искусств, учите и лечите людей. А еще прославляете нашу Родину на самых престижных форумах и ведущих театральных сценах мира, храните и приумножаете культурное наследие Беларуси. Да и все, что мы, мужики, делаем в этой жизни, это ради вас. Сегодня в этом зале мы по традиции чествуем и настоящих мужчин, офицеров, генералов, которые тоже являются олицетворением года мира и созидания, потому что под их надежной защитой наш суверенитет и независимость. Проще говоря, наша тихая и спокойная жизнь. В такие времена, как нынешние, люди начинают понимать истинную цену, казалось бы, простых вещей – мира, порядка и спокойствия. Вручаемые награды и новые погоны – это признание больших личных заслуг перед Отечеством, утверждение уровня вашей профессиональной выучки и знак высокого доверия белорусского народа. Уверен, вам также хорошо известно, что наш с вами долг – обеспечить надежный мир на белорусской земле, обеспечить, чего бы нам это ни стоило. Верю в каждого из вас, в нашу армию, людей в погонах, всех тех, кто сегодня их носит. Спасибо вам за честный труд, профессионализм, верность, долгу и патриотизм. Я искренне хочу всех поздравить с высокими наградами. Женщин, наших уважаемых женщин, с наступающим праздником весны. Я желаю всем новых больших успехов в работе, личной жизни, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Как я уже сказал, все, что мы делаем, мужики, сегодня, это ради вас. Вам, тем детишкам, которых вы родили. Надеюсь, еще родите. Хотя вы уже свой долг исполнили сполна, присутствующие здесь. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые присутствующие, в этом зале представители различных профессий.
Каждый из нас вносит свой вклад в развитие и процветание нашего государства. Но независимо от рода деятельности, все мы растим и воспитываем детей. К слову скажу, что наши дети сегодня в различных уголках страны, включая наш Полесский край, наравне с крупными городами имеют возможность посещать благоустроенные сады и школы, спортивные секции и кружки и просто жить в прекрасной, ухоженной, красивой и мирной стране. Очень почетно и приятно получить эту награду из рук главы государства в канун женского праздника в такой приятной атмосфере. Милые женщины, от всей души поздравляю вас с прекрасным весенним праздником Днем женщин. А всем присутствующим желаю доброго здоровья, счастья и благополучия. Мира и согласия вам, каждому дому, каждой семье и нашей Родине, Республике Беларусь. Товарищ главнокомандующий Вооруженными силами Республики Беларусь, от всех офицеров, которым сегодня вручены государственные награды, генеральские звания, хочу поблагодарить вас за высокую оценку нашего труда и труда коллективов, которые мы возглавляем. Мы осознаем ту высокую степень ответственности, которая лежит на каждом из нас, особенно сегодня. Это непростое время в условиях сложной военно-политической обстановки, которая складывается у границ нашей любимой Родины. Хочу вас заверить, товарищ главнокомандующий вооруженными силами, что белорусские солдаты и офицеры, внуки и правнуки солдат Победы приложат все свои силы, чтобы обеспечить военную безопасность страны, защитить все то, что создано нашим мудрым, трудолюбивым народом, обеспечить мир и спокойствие в нашем общем доме Республики Беларусь. Спасибо. Уважаемые друзья, еще раз поздравляю с наградами женщин, с наступающим праздником. Мужикам не подвести наших женщин хотя бы в их этот праздничный день. Тут вот выступал наш, по-моему, представитель доблестной артиллерии. Так я понял? Да, уже видите, генерал, молодец. Должен обрадовать тебя, позавчера испытали ракету «Бук» нашему комплексу противовоздушному. Полетела куда надо и сделала все, что надо. Поэтому у вас появляется собственное страшное оружие против летательных аппаратов. Многое сделано за это время для того, чтобы наша армия, наши силовики были вооружены настоящим оружием и достойно защищали нашу Родину. Женщинам просто хочу пожелать, не переживайте. Мы сделаем все, чтобы на нашей земле был мир и покой,
и чтобы вы спокойно могли вырастить своих детей. Но у кого их нет, чтобы было столько, сколько сидящих в этом зале. Счастья, благополучия и успехов вам в вашей жизни, а главное – здоровья вам и вашим детям. Успехов вам!